Всем добрый день. Пришла мне посылка из интернет-магазина «Духи РФ». Заказываю у них впервые. Доставка «Боксбери». Вот такая вот посылочка. Давайте с вами посмотрим, что внутри. Я уже предварительно вскрыла, чтобы удостовериться, что все здесь именно то, что я заказывала, что ничего не отсутствует, здесь все замечательно. Давайте с вами посмотрим наполнение. Все замечательно укомплектовано. Вот в такие вот защитные пупырчатые пленки. Я буду в видео вставлять картинку духов и пирамиду ароматов, что если вас вдруг что-то заинтересует, вы будете получать информацию о каждом аромате. Давайте с вами начнем с вот такого вот. Сейчас я возьму ножичек и буду вскрывать упаковку. Это у нас аромат Кинзо. Вообще я предварительно хотела другую версию. Значит, это Кинзо Медли. Их три варианта. Это вообще аромат, если я не ошибаюсь, 2013 года. Я вставлю полное описание аромата. Точнее говорю о вот этом аромате. У меня объем 50 миллилитров, называется Кинзо Медли Kiss and Fly. Это был аромат. Я практически полностью его истратила, то есть там где-то на донышке немножечко есть, но я уже ими не пользуюсь, потому что, так сказать, их берегу. Просто когда мне хочется вспомнить этот аромат, я открываю и погружаюсь в нотки прекрасного парфюма. Данный аромат, его сняли с производства, и достать его возможно только было на Духи РФ и на некоторых других парфюмерных интернет именно магазинах, потому что в сетевых его не найдешь, а в интернет-магазинах на него уж больно высокая цена. Но, как я уже сказала ранее, из этой серии были три аромата, и я заказала вот такой. Он был по хорошей цене. Сейчас я скажу вам цену, я сразу достала. Товарный чек. Вот у меня товарный чек. Значит, аромат Кинзо Медли, он стоит 1495. И хочу сразу уточнить, это со скидкой. То есть там примерно 1% или 3% скидки на первый заказ. Изначально цена была 1511 рублей. Такой вот красивый. Давайте с вами посмотрим сам флакон. Честно говоря, я не знакома именно с этим ароматом, поэтому мне очень-очень интересно. Такой вот красивый флакон. Сразу хочу его попробовать. Аромат очень красивый, насыщенный. Он немножечко, у него есть схожие нотки, как
у Kiss and Fly, но все же он другой. Он другой, но он тоже безумно красивый. Сейчас я вставлю пирамиду, посмотрите. Честно говоря, я вам советую присмотреться к нему. Не знаю пока именно на какое время года он подойдет, потому что, допустим, голубую версию я носила как зимой, так и летом. Хотя аромат был довольно-таки летний, но и зимой он очень красиво раскрывался. Мне кажется, что и обычная вот эта версия Медли Кинзо тоже будет замечательно в любое время года. Следующий аромат. Это у нас аромат от Бритни Спирс Фэнтези. Такая вот красивая упаковка. У меня уже был такой аромат, но его практически уже очень мало остается. И он настолько повседневный, он настолько, который подходит на любое время года, на любое, на любые сутки, на праздник, на повседневную носку. В общем, аромат для меня просто божественный. Также вставлю пирамиду. Миллилитров, и цена его без скидки 1520, со скидкой 1504. Этот аромат, он совершенно не надоедает. Он для тех, кто любит сладкие ароматы, ванильные ароматы, кондитерские нотки в аромате. Это именно такой. Точно такой же объем. Аромат потрясающий. Потрясающий флакон. Смотрите. Тоже советую к нему присмотреться. Дальше я решила попробовать. У них есть отливанты дорогих парфюмов. Для того, чтобы вы могли ознакомиться и не тратить сразу деньги на аромат, который в итоге вам совершенно не понравится. И я выбрала два. Здесь по 5 мл. Два женских аромата. Первый Манталь Роуз Эликсир. Настолько все грамотно упаковано, несколько слоев, просто великолепно, отдельный плюс. Так вот приходит нам очень красивый футляр, матовый. С ароматом я не знакома, но у большинства он есть. Сразу пшикаю. Аромат розы. Буду носить и смотреть, как он будет раскрываться. Великолепный футляр, идеально подходящий для сумочки. Я очень довольна. И еще один аромат я выбрала по отзывам. Большинству этот аромат очень нравится, его обожают. И это у нас Роберто Кавалли. Вот такой вот я вам ставлю картинку. Тоже пирамиды, нотки. Опять все великолепно упаковано. Так. Потрясающий аромат, зимний, вечерний.
Что-то мне напоминает вот какой-то другой еще парфюм. Но это, наверное, первоначально. Но на этом заказик мой закончился. Сразу хочу выразить благодарность данному интернет-магазину «Духи РФ». Меня очень порадовала доставка. В течение 2-3 дней все прекрасно упаковано, как вы сами видели. И цены довольно-таки приемлемые. Есть от Леванты, можно познакомиться с ароматами, не покупая большой объем полноразмерный. Так что большое спасибо вам. И я советую многим тоже попробовать, кто еще не пробовал, заказать из Духи РФ. Ну а на этом все. Кому было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и всем хорошего дня!